Miss Worldwide, let's celebrate. Yeah. Четвертого октября в СК «Динамит» состоялись финальные игры первенства Санкт-Петербурга по пляжному футболу среди команд 2006 года рождения. Мы в финале хорошем! Мы в финале! Мы в финале! Большом мы финале! В финале! В большом финале! Какой большой? У нас будет первое место! Мы отомстили за наших пацанов! Короче, все говорят, что хотят. Всех порвем! Победителем стала команда «Выборжанин», которая в полуфинале уверенно одолела «Коломяк», а в финале оказалась сильнее московской «Заставы». Еще в самом начале встречи «Выборжане» забили два быстрых мяча, однако их соперник один гол все же отквитал. На последующие 5 точных ударов «Застава» ответила голом Даниила Альшевского в свои же ворота, а «Выборжанин» поставил точку в матче точным ударом Даниила Кондрашова – 9-1. Потому что команда была сильная. Ну, потому что она добралась в полуфинал, и она была очень сильная, нам было тяжело ее выиграть. Обычно мы всех рвем с большим счетом, а сейчас мы только 5-1 выиграли. Что сказал тренер после игры? То, что хорошо играли и боролись. Как тебе турнир в целом? Нормальный. Хороший. И коллективный. В матче за третье место встретились «Коломяги» и «Олимп». Встреча началась с автогола игрока «Коломяк» Александра Ягунова на первой же минуте. Но «Коломяжцы» тут же отыгрались. На этом все для них и закончилось. Дальше забивал только «Олимп». Сначала Алексей Иванов вывел олимпийцев вперед, а затем Максим Мухтаров закрепил успех, оформив при этом хэт-трик. 5-1. «Олимп» – бронзовый призер первенства. Как вам турнир вот этот? Мне нравится. А он очень крутой и, ну, для техники хорош. Было два момента, когда нам чуть не забили гол, там чудом спаслись. А мы выиграли с достоинством, и нам почти не забили ни одного гола. За нас болеют родители и Олимп. И Выборжанин еще один. И мы за Олимп болеем. Ну, самое сложное, конечно, игроки. Никто не может быть слабым. Ну, самая сильная московская «Застава» мне показалась. Какой матч был для команды твоей самым сложным, таким непростым? Ну, самый сложный, конечно, это был «Локомотив», когда мы выиграли его 4-1. А самым простым показался «Олимп» нам. Понравился турнир? Мне очень понравился турнир, да. Чем? Ну, то, что тут хороший песок. Ну, игроки тоже не слабые. Интересно было играть с ребятами. Ну и победа мне понравилась наша. Спасибо, с победой.